Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Honda Wiffer Litter 200. Данный мотоцикл относится к классу Sport Tourist. И я его буду сравнивать сегодня с теми мотоциклами, на которых я уже ездил. А ездил я до этого на спортах, поэтому сравнение будет немножко необычное. А предыдущие байки за это лето, на которых я успел поездить, это Honda CBR 600 RR, это Kawasaki ZX-6R и Suzuki Gixxer 600. На всех тех мотоциклах я катался со вторым номером, также катался один, и Wiffer не был исключением. То есть я покатался один, покатался со вторым номером, покатался один. И вот что хотелось бы сказать от себя и от моей двойки, которая сидела сзади. От себя скажу так. Первое, что меня поразило, это плавность хода и мягкость. После спортов данный пепелац мне показался очень мягким. Прям реально все плавно, мягко, комфортно и при этом может быть быстро. То есть если нужно ехать быстро, то он позволяет это делать. Как я уже сказал, здесь литр 200 и по лошадям это 172 лошадиные силы. Поэтому если вы хотите ехать быстро, вот особенно по трассе, то есть этот мотоцикл позволяет вам это делать. А у него, то есть по тяге, вот что я для себя отметил, на низах, там, ну не знаю, до 3-4 тысяч мне тяга прям не очень понравилась. После 4 тысяч ты уже начинаешь чувствовать, что мотоцикл едет. А после где-то 7 и тем более 8, насколько я знаю, включается система ВТЭК и тяга становится паровозная. То есть вполне, вполне бодро набирает он. Ты уже понимаешь, вот он литр 200 на высоких оборотах. А по комфорту, вот также передам вам слова двойки, то есть если на спортах ей было неудобно, резкие ускорения, резкие торможения, здесь даже несмотря на такие же резкие ускорения, ей сидеть было удобно, потому что само сиденье шире, комфортнее и нет такого свеса. То есть вдвоем на данном мотоцикле ездить можно комфортно по трассе, вообще пожалуйста, он позволяет это сделать. По рулежке, по маневренности. Несмотря на то, что он тяжелее, чем спорты, больше, чем спорты, я бы не сказал, что он как-то тяжело рулится. Вот в городе катался 2 дня, то есть по центру нормально, вообще вполне, вполне предсказуемая, понятная рулежка. То есть если вы умеете управлять мотоциклом, то проблем у вас не возникнет с ним. Он не какой-то там мега тяжелый, поэтому может быть чуть-чуть хуже он управляется, чем спортбайк, но не намного. В целом, то есть мне данный мотоцикл понравился. Понравился, как я уже сказал, он меня удивил. И этим же понравился плавностью и мягкостью хода. Понравился своей динамикой. А, и я совсем забыл вам рассказать, что здесь у нас стоит коробка-робот. То есть у нас нету механического сцепления, нету лапки переключения передач. То есть здесь у нас автоматика. Два режима, даже три режима. То есть есть автоматический режим, который в себе содержит два еще других режима, и полуавтоматический. То есть полуавтоматически вы механически переключаете на пониженную или на повышенную передачу кнопками на левой рукоятке. А автоматический режим вы не переключаете вообще. И есть обычный, ну якобы драйв, да, он обозначен буквой D. Есть обозначен буквой S, ну более спортивный, не знаю как он правильно называется, спорт, не спорт. Но он отличается тем, что он держит, да, передачу на более повышенных оборотах, то есть крутит мотор повеселей. Соответственно, ну, я предпочел ездить на S режим D, он, ну, такой прям вялый, и не всегда понимаешь, когда переключится, когда скинет там на пониженную, на повышенную. И опять же, это мне понравилось, особенно по городу, ты ездишь, вообще кайфуешь. То есть я не любитель прям отжигать в городе, в пол, да, там кайфовать так, чтобы дал отсечку. Я считаю, если ты ездишь быстро, должен делать это за городом, на трассе. Поэтому для города вот такая коробка мне вообще очень понравилась. Комфортно, мягко, классно. Не запариваешься, когда тебе надо переключаться. На этом я, наверное, буду заканчивать свой обзор о данном мотоцикле. Если что-то не сказал, пишите об этом в комментариях. Если, может быть, вы владеете таким и хотите что-то еще добавить от себя, то, пожалуйста, будет интересно почитать, всем отвечу. Всем спасибо, друзья. Пока.